1 ноября 2006 год. Орлиные горы. Дорога к отелю «Гнездо глухаря». Хо-хо-хо! Ну и погодка сегодня! Гроза, похоже, это надолго затянется! Хо-хо-хо-хо! Свет мне, зеркальце, скажи, видела ли ты более наглядное личико, чем мое? Хо-хо-хо-хо-хо! Молчи! Генрих, какого дьявола ты здесь прибываешь? Я тебя повсюду ищу. Ты не разнес гостям завтрак и не очистил дорогу от листьев. Эх, если бы твой отец в свое время не спас моего отца на бобровой охоте, я бы давно вышвырнул тебя из своего отеля. Из моего роскошного отеля «Гнездо глухаря». Ладно, валяйся здесь, мешок с непонятностями. Я пойду сам разнесу завтраки, бестолковая ты дубина. Эволюция цыплят, 14 серия. Убийство в гнезде глухаря. Перед тем, как фильм продолжится, хочу попросить тебя поставить лайк и подписаться на канал. Ведь дальше тебя ждет увлекательная, смешная и запутанная история. Приятного просмотра! Да? Ваш завтрак абсолютно готов! Доброе утро, или как у нас принято говорить, good morning. Доброе утро. Вот ваш завтрак. Спасибо вам большое. А то я уже не помню, когда в последний раз ел и вообще видел ли какую-либо еду. К слову сказать, это яичко непростое. Оно выдержанное в самых прекрасных и красивейших динозавров. Динозавров? Да, у нас здесь свое ранчо динозавров, и они несут эти замечательные яйца. Вот это да. Я думал, они давно вымерли. Спасибо вам большое. А можно вас попросить об одной услуге? Дело в том, что тут соседи мои, они постоянно поют там про каких-то хаги-ваги, сиреноголовых и так далее. А мне совсем не могу сосредоточиться. Ах, да, конечно, к нам заехали неформальные герцоги. Пожалуйста, можете их чуть-чуть потише сделать? Конечно, конечно, я попрошу их себя вести немножечко поскоромнабельней. Да, спасибо большое. Приятного аппетита. Тук-тук-тук. Ваш завтрак. Мое почтение, высокоблагородный милорд. Вот ваш завтрак. Все именно так, как вы просили. Приятного аппетита. Не может быть, вы как никогда вовремя.
Мы здесь со своим дружочком как раз закончили наш последний бутербродикс. Многоуважаемый герцогс, не хотели бы вы немножечко прокипятяриться? С удовольствием приму ваше предложение окислиться. Ну а вы, раз уж заглянулись, не хотите ли присоединиться к нашей, так сказать, стеклянной трапезе? О, к сожалению, я совершенно не имею возможности истратить свое время. Мне надо бежать. Ну, как знаете, мы один раз предлагаем, но второй раз отвергаем, you know. Приятного аппетита! Я принес вам завтрак. Что такое? Как вы смеете к дамам без стука? Ну-ка быстро отсюда, давайте. Уважаемый господин губернатор, ваш завтрак. Ваше высокосиятельство, вот ваш завтрак. Приятного аппетита. Если вам что-то понадобится, или вы захотите что-то этакого, я к вашим услугам. Все! Кончай распинаться, болван! Пшел вон! Погода совсем испортилась. Придется остановиться на ночь в этой гостинице. Согласен, брат. К тому же мы очень устали. Идем. Надеюсь, тут есть свободный номер. Ого, неплохое местечко. Хо-хо-хо-хо, какие высокопочтеннейшие гости занеслись в мой комфортабельный отель. Что же вас сюда принесло? Надеюсь, не по мою душеньку вы приехали, ведь я честный налогоуплатчик. Владелец гостиницы Артур Пирожков к вашим услугам. Здравствуйте! Как вы уже заметили, мы агенты ФБР Иван и Илья. Нам всего-то нужно переночевать, а завтра мы вас покинем. Для нас найдется свободный номер. Как жаль, что вы у нас всего на одну ночь. У меня для вас есть умопомрачневший номер. Пройдемте же. Вот ваши роскошнейшие апартаменты. Для слуг закона все самое наилучнейшее. Спасибо большое, это нам подходит. Приятного отдыха. Уж очень услужливый этот владелец, тебе не кажется? Да, все они такие, лишь бы побольше денег с постояльцев срубить, не более того. И все же мне показался он странным. Давай отдыхать, завтра надо успеть добраться до Chicken City. У шефа для нас новое задание. Погоди, ты проверил зрителей на наличие подписки в телеграм-канал кореш24к? Да, очень многие не подписаны. Если все это сделают, то у кореша будет больше мотивации снимать такие крутые фильмы. Друзья, подпишитесь обязательно, там вы сможете быть в курсе всех новостей и влиять на частоту выхода роликов. Ссылочку найдете в описании. Ну а теперь точно спать! Н-
Не на того напали изверги! Никто еще не побеждал Кураедова! Ха-ха-ха-ха! Я всегда всех выигрывал! Ха-ха-ха-ха! А-а-а! Слышишь ты меня? Куриная башка! Ха-ха-ха-ха! Башка куриная! Ха-ха-ха-ха! А ты? Ты что смотришь на меня? Это я сейчас еще добрый. Когда моей женой станешь, поймешь, кто такой настоящий Кураедов. Поняла? Балбесы недоделанные. Всех обыграю. Всех. Не привыкли проигрывать, тугодумы. Не с тем связались. Ха-ха-ха-ха. Ну что, ученый моченый, показывай, что там у тебя. Ха-ха-ха-ха. А-а-а! Видели? Тру-ля-ля, тру-ля-ля, козырь гасит короля. Ха-ха-ха-ха-ха! Вот, вот, вот тебе, ученый! Уважаемый, дорогой господин губернатор, но позвольте мне, это все, что у меня было. Позвольте мне отыграться, пожалуйста. Ха-ха-ха, иди учись сначала, чтобы отыграться, идиот. Ха-ха-ха, все будет мое. Все, вы связались с Кураедовым. А Кураедов никогда не проигрывает. Ха-ха-ха. Мои денюжки. Все, пошли вон. Обдурили дураков, а? Я еще богаче стал, а? Всех обыграю, только придите. Всех обыграю. Что за крик? Без понятия. Идем проверим. Что случилось? Посмотрите. Похоже, в этом номере совершено убийство. Кто этот Чикен? Это губернатор Кураедов. Он тут проездом вместе с графиней Восьмикрыловой. Они ехали в Чикен-Сити, чтобы пожениться. Кто-нибудь покидал гостиницу этой ночью? Никто. Все сейчас в своих номерах ждут завтрак. Я как раз начал его разносить и лицезрел сие изувеченное тело уважаемого губернатора. Отлично. Никто не должен покидать гостиницу, пока мы не разберемся с этим делом, так как убийца все еще среди нас. Все будет сделано, как вы просите. Я этим займусь. Черт побери, похоже, нам предстоит тут задержаться. На этом 14-я серия подходит к концу. Попробуй угадать, кто же замешан в этом деле и является убийцей. Свой вариант пиши в комментариях, а я вам пока напомню всех действующих лиц. Иван и Илья, братья ФБР, известные нам по эволюции цыплят. Генрих, ленивый дворецкий, любящий пригубить пару бутылок керосина. Артур Пирожков, владелец гостиницы «Гнездо глухаря». Очень приветлив и чрезвычайно хитер. Бип и Боб, иностранные герцоги, панки, отдыхающие в гостинице за счет своих богатеньких родителей. Очень избалованы, беспредельщики. Графиня Восьмикрылова, тонкая натура, очень воспитанная, родители которой собирались выдать ее замуж против воли за губернатора Кураедова, чтобы обеспечить свое благосостояние. Зиночка, служанка графини,
по возможности немного приворовывает и ведет себя порой очень странно. И ученый, о котором совсем ничего не известно. Дополнительно я делаю голосование в своем телеграм-канале. Переходи в него по ссылочке в описании. Продолжение следует. Смотри другие ролики на моем канале. С вами был Кореш24К. И всем пока-пока.